Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Апостол. По моим видео, уже давно не выходит. Но, конечно же, у меня нет времени на то, чтобы снимать видео, но я замечу пора. Для этого внимания, к тому же скоро новые выпуски. Так что ждите, не старайтесь. Сегодня будет такой необычный день. Точнее, я завтра. С наступающих всех учителей, поздравьте всех, кто свою маму, бабушку, кому угодно, если она вас учительница, с Новым годом, наступающим на канал, как Малека. И тема полетела такая, представьте, что вы разбили такую свою, там, не знаю, фарфоровую вещь, знаете, что делать, знаете, что нужно получить от мамы, кубаков. Ну, я попробую даже не просто починить фарфоровую, даже не знаю, с чего надел на игрушку, но и также статуэтку, ну и также ее улучшить даже до неузнаваемости, иметь покраску, там, дочери, там, всякие покидали, что давай, пусть даже не свое. Это уже нормально. И для начала склеим обе части. Клей ПВА или термоклей, обычно в моем случае это клей ПВА. Хорошенько влупните обе стороны клеем ПВА, после чего хорошенько прижмите, и жизнь полного сохранения. Так, друзья, после того, как шпаклевка высохнет, начинайте покрывать грунтовкой. Но я вам рекомендую одеть перчатки и намордник, поскольку шпаклевка очень полезна для здоровья. И берегите свое здоровье. Поехали. Я не буду показывать, поскольку если вы смотрели видео, как пользоваться шпаклевкой, то вы наверняка это знаете. А если вы не знаете, то я ссылку оставлю в описании под видео. Ладно, спасибо. Так, друзья, больше половины работы уже сделано, осталось только покрасить. Многие спросят, почему я в перчатках и намордники. Я вам ответил. Просто вся проблема в том, что это можно отрывало уже больше недели. И такой неприятный запах. Я не хочу делать это, потому что хочу нюхать. И поэтому сейчас осталось последний стрек. Покрасить нашу футболку. И я буду перед тем, как покрасить, после того, как это бунтует, покрыть клеем ПВА. Для дополнительной. Но я должен понадобиться кисточка. Краска, моя кисточка, коричневая и оранжевая.
краска высохла. Теперь наша статуэтка выглядит вот так. Оставим ее только последнее. Покрыть его лаком и потом прощаемся. Друзья, вот, получилась у нас вот такая фигурка. Фактически она ничем не отличается от предыдущей, правда говоря, не считая покраски, и она стала немного блестеть. Благодаря лакам. Вот получилась у нас такая фигурка. Подписываемся на канал, пишем в комментариях. И не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Я посмотрел и решил, что все-таки это самое лучшее видео на моем канале. Так, друзья, следующее видео будет посвящено тому, как можно будет сделать крутящийся столик. Да, многие кажется, это невозможно, но лично у меня уже почти все готово, даже чертежи. Ладно, друзья, ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем в комментариях.